Сердись, пацан. Нет слов. Короче, один раз я помню, в деревне мы бежим, тоже были гуси, и мы с братом дразнили гусей, и как они побежали за нами, и прям один гусак там шипит, и папа идет спиной, даже ничего не понял, мы вдвоем на него прям запрыгнули, и гусь на папу налетел, начал щипать. Ой, гуси — это отдельная история.